вечер, все готово к началу матча и все готово к началу нашего прямого о нем репортажа. Для вас работает двое комментаторов, как всегда, Василий Уткин и Василий Соловьев. Добрый вечер, Василий, добрый вечер, зрители. Думаю, от сегодняшнего матча вам оторваться будет. И гол! Все еще только начинается, относительно все успехи, простительно все неудачи, и самое главное, что все еще можно исправить, целый сезон впереди. С таким настроением приятно играть в футбол, когда тебе на плечи не давит груз окончания сезона. Вандервар, Месси, Серхио Рамос. Вандервар. Послушная бегка этот игрок. Атака в барселонском стиле. Пока мяч у нас нам не забьют. Не лучшая подача. Мяч у защитника. Отличный прием. Он получает мяч. Защитники берут числом. Прекрасная возможность. И это офсайд. Да, подкат он сделал, но при этом получил хромоту. Думаю, что сам-то и не сможет продолжить участие в матче. Все просто сейчас на поле. Игра по принципу «бей, беги». Именно этим и занимается команда, владеющая мячом. Штрафной удар. Ну вот так в результате подката травм получает игрок, совсем не тот, которого атаковали. Вот в чем ирония. Потеря. Месси. Атакующие решили давить числом. Организованная, дисциплинированная игра в обороне. Роналду. Какая красивая игра, какой дриблинг. Вряд ли здесь в этой ситуации все осталось. Роналду гол! Гол Роналду получился на загляденье, и никакие напарники ему не нужны. Криштиану Роналду сегодня демонстрирует высочайший класс игры. Пока он не упустил ни одной возможности забить. Ну, интересно, что теперь будет делать игрок. Сама отдаст мяч. Это верно. Очень будущее. Просто будет. И создавалось такое ощущение, что каждый шаг придавал игроку уверенности в том, что атака закончится взятием ворот. Когда он был вплотную к воротам, уже даже вратарь в это поверил. Сложно сказать, рабочий это был гол или, так сказать, портовый. Но очень быстрый. Но очень неудачный удар. Это Джон Терри. Месси. Кажется, они решили взять ворота числом. Остался только вратарь. Да, этот удар заставил вратаря понервничать. Мне больше понравился финт, конечно, чем удар по воротам. Но красиво, да? Игрок немножко замешкался и тут же потерял мяч. Пике. Какой грамотный перехват. Рефери развел руки в стороны. Надо играть. Давай, 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 давай. Месси. Не даю бить.
такого расстояния обыграть вратаря, вратарь сильно бьет вперед. В первом тайме.